В Старомайнском районе достроили новый фельдшерско-акушерский пункт. Современный ФАП появился в селе Красная река. Медицинскую помощь здесь более 1000 человек получали в старом медпункте. За последние 2 года это уже второй фельдшерско-акушерский пункт. Первый в конце 2019 года был сдан и введен в эксплуатацию. Это фельдшерско-акушерский пункт в селе Дмитрия Помрянскина. С новым ФАПом повысится качество и доступность медицинской помощи. Пункт оснастят современным оборудованием. Плюс по программе «Земская медицинская сестра» появятся новые кадры. Сейчас прием ведет фельдшер. Здесь она работает уже 23 года. Я работала в Старомайнском районной больнице. Потом переводом перевели меня сюда. Мне работа очень нравится. Население у меня замечательное. Напомню, в 2021 году началось строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов. 10 из них уже построены, остальные сдадут в 2022 году.